Налоговые инспекторы вместе с Ространснадзором провели рейды, выявляя нарушения на морских судах Ялты. Так, в результате одной из таких проверок обнаружено первое несоответствие нормам. Хозяин судна без налоговой регистрации перевозил пассажиров как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. По данному факту возбуждено административное дело. Привлекли к ответственности и другого владельца яхты, осуществлявшего нелегальные морские прогулки вдоль Ялтинского побережья. Оказалось, без лицензии на перевозку пассажиров и контрольно-кассовых аппаратов здесь работают давно. Предпринимателю грозит административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.